Всем привет! Наконец-то наступило время примерок от любимого Василька. Долго вы ждали этих примерок, долго я собиралась к этим примеркам, но наконец-то свершилось чудо. Первое платьице, которое я хотела вам показать, домашнее платье вот такого мятного цвета из тонкого трикотажа. Покажу сейчас себя в полный рост, но хочу сказать, что платье мне большое. Вот оно, это платьице. Вот так оно сидит, девочки. Но я уже вижу, что оно мне большое. Во-первых, пройма висит, прям висит. Это 54 размер, но можно было смело брать и 52. Я так думаю, потому что вот оно мне большевато немножко. Сейчас пониже опущу камеру. Со спинки большое. И здесь, с этой стороны. И плечо вот сваливается. В общем, на размерчик мне надо все-таки поменьше его взять. Это 54. 52 можно, потому что при носке оно все равно немножко будет раздаваться. Даже если после стирки подсядет. Но потом 5 минут буквально в нем походить, и оно будет свободно. Тем более трикотаж тонкий, очень тонкий. Сейчас камеру опущу пониже. Опущу пониже камеру, чтобы вам показать в полный рост. Вот, ну и длина не моя, прям вот не моя, ни рыба, ни мясо. Мне надо чуть-чуть, хотя бы вот так, чуть-чуть повыше, тогда будет нормально. А вот эта длина немножко не мое. Мне либо длиннее надо, либо вот буквально на ладошечку повыше. Тогда будет нормально. Девочки, а надела вот этот цвет, а он меньше размером, представляете? Сейчас я вам покажу, смотрите. Вот длина как раз то, что мне надо, то, что я люблю. Вот такую я длину люблю, такую я ношу длину. Посмотрите, оно и поуже, и плечи поменьше, и в принципе оно и тут такое поменьше. Может, потому что я его не отпарила? То ментоловое я отпарила, а это нет, это не это платье я не парила. Разговариваю со мной, полголовы нет. Это платье я не парила. Может быть, поэтому оно смотрится это поменьше. Может, когда я его отпарю, оно таким же будет, не знаю. Но, в общем, вот смотрите, вот этот цвет поменьше на мне. Тут побольше. Вот так. Цвет тоже приятный, правда же? Какой мне больше цвет идет, девочки, скажите? Вот этот сиреневый или мятный все-таки? Ну, сиреневый. Но сиреневый цвет я заказывала для Любаши поярче, а себе тот заказывала. Ну, посмотрим. Оставлю себе то платье, которое останется. Люба пусть выбирает, какой ей больше понравится цвет. А я уже оставлю себе оставшийся. Футболочка. Кстати, посмотрите, как комфортно и уютно она села. Свободного покроя. Как я уже вам и говорила, перед у нее чуть выше скроен, а по спинке пониже, закрывает попу. И, что самое главное и важное для таких, как я, у кого большой прогиб на спине, дочь, повернись, что здесь есть шов. Нет, не надо. Что здесь по спинке идет шов. И благодаря этому шву на спине не будет пузыря. Вот так вот. Вот так вот. Хорошенькая футболочка, правда. Очень уютная, да, дочь? Да. Она хлопковая, не синтетическая. Вот с джинсами она надела. Прекрасно смотрится. Ярко, вообще. Мне кажется, очень, да. Ярко. Дочь, мне кажется, с твоими кожаными штанами будет хорошо смотреться. Угу. И с шортами, кстати, летом ее можно надеть. Да. Можно, кстати, как домашнюю ее носить, так и просто вот даже куда-то там в магазин пойти или там куда-то там с девчонками выйти. Ну, хорошая, правда, хорошенькая футболочка. Очень даже хорошенькая. Да? Да. Девочки, скажите, да? Или не да? Все, переодевайся.
Следующий костюм вот такой вот домашний, клетчатые брючки и футболочка. Покажу чуть поближе вот эту совушку, как она мне нравится, прям хорошенькая такая. А какая яркая на темно-синем фоне, вот как подобраны красиво цвета, посмотрите. Розовый, желтый, серый, прям вообще супер. Брюки с карманами. Кармашки маленькие или глубокие? Нет, глубокие. Глубокие, да? Да. Ну, отлично. Ну, я хочу сказать, что это 42 размер. Настя носит 44. Вот 42 размер брючки прям в обтяжечку ей. А кофточка идеально сидит. Но так как это хлопок, и хлопок во время носки еще прилично так раздается, поэтому, в принципе, можно на 44 и 42 размер брать смело. Я так думаю. Тебе вообще комфортно в нем, да. Нет? Комфортно? Да, да. Побольше не хочется, вот, по ощущениям? Побольше не хочется? Не знаю, брюки. Да-да-да, получается... Но они растянутся все равно. Не, ну все равно будет талия занижена у тебя. Ну, в принципе, вы же носите заниженную талию. В общем, вот, обращаю внимание, если брать на размер меньше, чем нужно... то у брюк получится талия занижена. А если взять 44, а не 42 размер, то талия, наверное, будет на месте. Да? Надо попробовать. Да. Попробовать надо взять 44 размер. Но так как этот костюм вообще, в принципе, не для Насти изначально планировался, поэтому... Той девочке, да, та девочка, которая будет его носить, она поменьше размером. Поэтому ей будет хорошо. А Настёне побольше надо. Насте, к сожалению, больше нечего примерить. Все. Следующие примерки буду проводить я. А с Настей вы попрощайтесь. Ну и вот хочу вам показать свитшот «Райский сад». Вот так она выглядит. Уютная, мягкая, к телу очень приятная и очень-очень комфортная. Вот надела ее и правда снимать даже не хочется. Она свободная, она очень свободная. По бокам, вот видите, раструбы вот такие вот. По спинке она чуть ниже идет, как я уже и говорила. А перед чуть повыше. Вот такая вот. Ну, ее рукав мне немножко коротковат. Мне комфортнее, удобнее такую длину носить, как 3/4. Вот таким вот образом. С брюками она смотрится прекрасно. Вот такая вот замечательная кофтеечка. Мне очень нравится. Я прям сомневалась, заказывать ее или не заказывать, потому что, ну вот, с таким рисунком, с таким принтом я еще ни разу не носила вещи. Ну вот, решила рискнуть и заказать. Я сомневалась, что цвет будет немножко потускнее, как обычно это бывает у них на фото. Более яркий цвет, а приходит немножко по на тон или на полтона. Посветлее. Поэтому я сомневалась, брать ее или не брать. Но в итоге я довольна очень. Прямо очень довольна этой моделькой. Мне нравится. Еще раз покажу, как со спинки она выглядит. Надеюсь, вам там все видно. В общем, я довольна. Сарафанчик. Вот такой вот сарафанчик веселенький. Классный такой. Вообще мне нравится, девчонки. Такой хороший он. Прям вообще хороший. Мне очень нравится. Вот такой вот. Сейчас кто-нибудь напишет мне: баба Бабариха, не модная. Да и что, девочки, мне нравится. Вот мне правда очень нравится. Такой легкий, свободный. Вот прямо вот к телу очень приятный, очень. Я думаю, что и дома в нем ходить можно запросто, и летом
по улице, а почему бы нет? Буду за вашими посылочками бегать. Ну что, платья закончились. Примеряю блузки. Пожалуйста, девочки, эта блузка 50, размер 50. Это блузка, которую я заказывала для мамы. Вот так. Смотрите. Вот так она выглядит. В принципе, эта модель и должна быть немного свободной. Вот должна быть. Сейчас подниму повыше камеру, а то у меня голова обрезанная. Так, повыше маленько камеру подняла, а то неудобно мне с вами разговаривать. Пол головы нет. Девчат, смотрите, вот эта блузка, она должна быть немножко свободной. Поэтому вот 50-й размер на 52-й можете заказывать смело. Обратите внимание, что по спинке она более удлиненная. Так как есть шовчик на спине, то сидит она просто идеально по спинке. Ну и перед чуть повыше, но в принципе она сидит неплохо. А вообще у нее такой распашонистый покрой, как распашонка. Цвет приятный, очень приятный. Трикотаж не мнется, вообще не мнется. То есть и к телу приятный, комфортный. И то, что он не мнется, это, конечно, огромный плюс. Выглядит вот так. Расцветка милая, приятная. Так что, мама, тебе закажем размерчик поменьше. Тебе 46-й будем заказывать, потому что на размер меньше надо брать. Большемерки. Я вот, если хотите, даже для сравнения надену 54-й. Надеть? Громче кричите, надеть 54-й вам размер или не надеть? Сейчас надену, ладно, ладно, все, не кричите. Надену сейчас 54-й, покажу. Что хочу сказать-то, девочки? 54-й-то тоже неплохо сидит. Так-то, если что, посмотрите. Ну, вот так, да, так видно, да, что большевато она мне, так вот, свободненько. Но, в принципе, тоже ничего. Так, маленько подтарчивает вот здесь. Ну, может, так надо, не знаю. Так что, наверное, 50-й на всякий случай надо маме дать примерить. Может, и ей неплохо будет. А себе уже 54-й тогда оставить. Но, девчонки, вот смотрите, я вам все показываю. Выбирайте, потому что вы меня спрашивали, там кто-то из зрителей. Кто-то там из вас меня уже спрашивал все-таки, какой размер брать. Ну вот, смотрите, вот это 54-й. 50-й я вам тоже показала, предыдущая. Смотрите, как по спинке, 54-й. Понятно? Вот так она сидит. Короче, можно и 50, и побольше, и поменьше брать. Все равно будет хорошо. Вот такая модель классная. Прикиньте, в любом размере смотрится отлично. Следующая модель. Футболочка. Вот такая вот. Заказали с Настёной одинаковые. Ей такую же заказала и себе такую же заказала. Кстати, когда смотрели на сайте эти футболки, как-то сразу глаз на них не упал. Как-то я еще так посмотрела на эти футболки, думаю, ерунда. А потом, прошло какое-то время, а потом я думаю, нет, дай-ка закажу. В принципе, у меня спортивных брючек черных много, одела и все, и красота. Тем более, что мне нравится ее модель, что вот так вот она сшита. Как предыдущая блузка, спинка подлиннее, перед покороче. И по спинке опять же смотрите шовчик. Видите, как ровно спинка ложится? Поэтому я заказала. И когда они пришли, мы с Настей так обрадовались, потому что они реально хорошие. Хлопок тонкий-притонкий-притонкий. Но 100% хлопок, я не знаю, подсядут они после стирки или нет. Возможно, подсядут. Но вот сейчас она мне очень нравится. Посмотрю, как себя поведет после стирки. Не стирала, девочки, некогда мне еще было вот эти все новые вещи постирать. Правда, вообще некогда было. Но очень комфортная, очень комфортная. Прям я ей довольна. Вот, что вам еще сказать.
Тоже такая она свободненькая прям вся. Дышащая. Такая вот она вся дышащая. Летящая. Девчонки, что-то дурь на меня сегодня напала. Вот правда. Чё к чему, дурю и дурю я сегодня с вами. Дурь напала. В общем, футболочка славная. Такой пультик у меня есть в руке, видели, да? Я теперь какая модная. Я вас легко теперь могу выключить и включить. Вот так. Сейчас буду делать фото. Так, ну что, спортивный костюм, девочки. Костюм мне нравится очень. Во-первых, мне нравится он тем, что он свободный. Обожаю свободу. Прям очень люблю, чтобы вещи были свободные. Так, здесь у нас манжет. Я уже говорила, да? Манжетик у нас тут с капюшончиком. По низу тоже манжет. Не резинка, а манжет. Карманы есть, но карманы, девчата, неудобные. Они прямо вот в боковом шве, вот здесь вот, высоко. И как бы вот надо вот умудриться залезть в этот карман, понимаете? Но они миленькие такие, прям совсем не глубокие. Чисто платочек положить. Все, больше ничего туда не положишь. Но сама по себе кофточка мне очень нравится. Прям очень комфортная, опять же, мягкая, хорошая. Покажу сейчас со спинки. Вот так по спинке она сидит. Прям славненькая. Капюшончик глубокий, девчата. Вот. Прям хороший такой капюшончик. Как я вам? Нравлюсь. Так. Прическу всю примяла. Красивенную. Теперь покажу сейчас брюки. Но, девочки, брюки мне, конечно, немного коротковаты. Брюки на рост пониже, чем я. Сейчас опущу камеру и покажу. Вот такая длина брюк, смотрите. Вот такая. Я в тапочках, кстати, тоже от любимого Василька. Тапочки любимые. Киски. Кисы-кисы. Кисулечки мои любименькие. Сидят брючки хорошо, прям очень хорошо сидят. Мне нравится. И мне нравится вообще, в принципе, весь этот костюм. Даже несмотря на то, что брюки короткие, он мне все равно нравится. Очень даже нравится. Плотный трикотаж, прям очень плотный. Сейчас вам Ваську покажу. Я вам сейчас Ваську покажу. Посмотрите на это чудо. Ведь так он и полюбил этот диван и не хочет никак отсюда уходить. Так и спит то наверху, то вот так внизу. Уткнется мордой вот так в уголочек. И все. И жизнь наладилась, да, Василий? Да? Хорошо тебе? Хорошо тебе, маленькому? Маленькому такому. Фу, девчонки, дома духота, припотела уже, честно. Устала я с примерками, жарко очень, надо окно вообще приоткрыть. Потому что даже душно, ведь я еще подтопил, и на улице тепло. Ну вот, девчонки. Последний, девочки, костюм на сегодня, вот такой оливковый. Он 58 размера, 58-й. Но он маломерка, сразу говорю. Верх еще как-то вот, да, более-менее соответствует. А брюки, я бы сказала, что, наверное, все-таки маломерит. В общем, на 56, на 54-56 будет просто идеально сидеть. Но на 58 он точно нет, не потянет. Поэтому вот, смотрите, конечно, я пока одела его на себя. Но видно, что он у меня большой, правда же? Видно. В любом случае видно, и рукава вон какие длиннющие. Вот, ну и брюки тоже, вот они прямо огромные мне. Поэтому на 58 размер они будут, костюмчик будет маловат, а на 54-56 будет идеально. Сейчас покажу брюки вам.
Вот так выглядят брюки. Вот так. На мой рост длина нормальная. Даже длинноватые. Ну, конечно, размер-то не мой, поэтому они длинноватые. А так вот, смотрите. А так вот, смотрите, как он выглядит. Вот так. Ну что, на сегодня все. Это была последняя примерка. Прошу вас всех оценить мою работу сегодняшнюю для вас. Кому понравилось видео, обязательно поставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. Обязательно пишите свои добрые комментарии. Мне будет очень и очень приятно. А еще будет приятно, если вы этим видео поделитесь со своими друзьями. Я буду вам очень благодарна. Всю информацию о любимом Васильке я, конечно же, оставлю в инфобоксе под видео, и Инстаграм, и ВКонтакте, и просто интернет-магазин любимого Василька. Кому будет интересно, заходите и делайте заказы. Практически каждый день сайт обновляется, что-то новое появляется, поэтому забегайте, заглядывайте, выбирайте все, что вам понравится. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю всем добра, желаю всем крепкого здоровья и до новых встреч, до нового видео. Всем пока-пока.